Итак, мы в 10 километрах от цивилизации. Впереди нас ждет неприступная вершина. Впереди нас ждут густые леса и поля. Мы попробуем взять ее. Мы будем стараться съехать с нее. Это неизведанный склон. Вот оно, царство комаров. Несколько сапфиров, преампулы жизни. Поменял свой меч, поменял слова в песне. Выхожу обновленным, один в поле не воин. Ветер гонит, гонит, гонит. Несколько сапфиров, преампулы жизни. Поменял свой меч, поменял слова в песне. Выхожу обновленным, один в поле не воин. Ветер гонит, ветер гонит. Оборви это звезды в небесном океане, что спрятано в батоне, рэп музыки хип-хоп долины. Кидая камни, каждый представляет интерес другого. И нет такого острова, который был бы ближе дома. Накатят волны и поднимется культура мысли, затронув только звезды, что мы видим. В кругу речитатива жарко спорят рифмы. В таких сложных климатических условиях можно выжить только в Яранге. И будут битвы, ураганы, споры будут. Будут сгорать рэп-группы, будто сера. Будут, искра как слово. Ну не горит она без слогана, если не пользуются рифмами миллионы. Танцуют облака, когда лежишь в траве хип-хоп долины. Не надо видеть то, что видят языки чужие. Они слепы, да будет мир в хип-хопе, где с уважением плывут по океану мысли.